125 юных борцов из Бердска, из Искитима, из Искитимского района, а также Новосибирска собрал первый городской турнир по спортивной борьбе на призы мастеров ковра. Соревнования были приурочены Дню Победы в Великой Отечественной войне. Основная цель – популяризация спортивной борьбы в городе Бердске, привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культуры и спортом, патриотическое воспитание детей. Для молодежи это совершенно новый турнир, потому что такие турниры даже по взрослым не проводятся. Есть там пару турниров в Калининграде и зарубежьем, которые проводят среди ветеранов. Так как у нас борьба спортивная, да, а делится на дисциплины, то есть греко-римская, вольная и женская, в принципе, правила одни и те же. Судьи также должны судить так же, как и вольную, так и греко-римскую, так и женскую. То есть все правила практически схожи. Ну и мы решили, как бы, у нас есть и вольники, и классики, объединить в один вид и провести такие соревнования, чтобы была популяризация. На церемонии открытия соревнований напутственные слова от мастеров ковра. Тех, на которых эти мальчишки равняются и хотят быть похожими. Раз вы поддержали наше начинание, надеемся, что толчок, который мы сегодня все заложим, будет на следующий турнир. Пускай победит сильнейшим. Проигравшим не расстраиваться, слушать тренеров, все будет хорошо. Победителей и призеров определяли в 15 весовых категориях. Также спортсмены были разделены на возрастные группы. Параллельно на двух коврах боролись совсем юные и старшие, уже достаточно опытные борцы. Но каждый отмечал свою любовь к борьбе. Энергетика, атмосфера здесь, скорость борьбы. Мне нравится сама борьба. С детства люблю ее. Юные жители Бердска, несмотря на небольшой опыт, не ударили в грязь лицом и вошли в число победителей и призеров, завоевав 7 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую медали.